Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Да, два раза в год нужно вот так все собирать. Здесь запасные колеса от коньков. Старые детские куртки. Вот я постирала, сложила. Мы отнесем их тоже вот в такое, как говорится, окошко на продажу. То есть это пойдет все на благотворительность. Мои дети уже не катаются много-много лет. Это все стоит. Нужно собрать и отнести. Точно так же вот эта кофеварка. Мы больше ей не пользуемся. Сюда нужно вот такие круглые кофейные патроны покупать. Это всегда так дорого получается. Мы решили ее тоже отнести на благотворительность. Если кто-то вот такую кофеварку захочет, пусть он в этом, как говорится, секенде купит. Ну и у входа сразу вот эти витрины. И здесь 50% скидка. То есть иногда бывает у них вот такое. Будьте, как говорится, любезны. Если браслет стоит 10 евро, сейчас минус 50%. Процентов это 5 евро получается. То есть, конечно, много вот такого красивого. И посмотрите, здесь вот эти украшения, это у нас Калевала. И очки Кею забыл дома, вот спросил у мальчика, подскажите, сколько стоят эти часы. Часы стоили 10 евро. Ну и моя любовь к стеклу, многие помнят, я не могу пройти мимо хрусталя и так далее. Вот такой молочник за 10 евро в идеальном состоянии. Ничего битого, ничего с осколками я не покупаю и не советую никому. И посмотрите, какая прелесть вот действительно положить тех же печенюшек на кофейный стол. Ну и много финского. Да, конечно, финская рулет. Вот это, например, ваза 60-х годов. Вот такое прессованное стекло. И они есть разного цвета. Много нашего хрусталя. Вот я тоже смотрю, какой хрусталь есть. Зеленый и синий. Это у нас тоже вот финская. Ну и посмотрите, какая ладья за 25 евро для фруктов, винограда, апельсины можно положить. Очень красиво, конечно. Да, наш хрусталь, вот я считаю, самый-самый красивый. В этот раз много графинов. Да, одно время кто-то спрашивал, если графины хотят купить под сок и так далее. Да, много раз накрывая стол, вот такой праздничный, удивляешься, что на праздничном столе у людей стоят упаковки с соком, конечно, да, красиво перелить вот в какой-то красивый графин, но многие оставляют в упаковке только из-за того, что если у людей какая-то аллергия на цитрусовые, они могут прочитать, что в этом соке, то есть там только апельсины или там грейпы или так далее и так далее. Но мне кажется, красиво перелить это всегда красиво. Ну и вот такая вазочка 7 евро, сюда положить как каких-то красивых фруктов, тоже очень, мне кажется, красивая эта вазочка. Ну и посмотрите, сколько в этот раз вот таких сюда можно налить какого-то ликера или что покрепче. И тут же и салатницы, и вот, как говорится, все, что вы хотите. Ну, а сюда можно выложить тортик, а вот в эту, например, какого-нибудь салата. Ой, чего только нету. Я говорю, что у меня вот глаза разбегаются. Я так обожаю хрусталь, ну вот как. Вот этот графин красивый, но он и стоит 40 евро. Да, конечно, тоже все прекрасно мы понимаем. Если что-то хорошее, вот такое благородное, почему бы нет? Ну, а эта красная вазочка, вот как бы из-под стекло, красное стекло, 5 евро всего, да, очень красивое. Этот second hand называется Кератус Кескус. Сюда можно принести, вот как мы принесли несколько пакетов, оставить. Тут есть у входа вот такие корзинки. И, конечно, они сразу уносят на переработку. Все, как говорится, обрабатывается, протирается, чтобы все было вот так чисто и стерильно. Магазин без конца, без края. Вот сколько раз я здесь снимаю, всегда радуют цены, всегда радует чистота. Ну и, конечно, у них есть тоже скидки. Кею говорит, иди посмотри, там все по 50 центов. И вот такая, например, вазочка сюда набрать каких-то красивых маленьких цветочков, поставить на кофейный стол, всего еврик. Ну и вот это у нас финская, да, я про это много раз говорю. Вот такая форма красивая, мне кажется, вот эта синяя тоже очень, очень приятная. Да, вот если бы я покупала, я бы, конечно, накупила тут вагон и тележку, но я уже боюсь даже трогать, потому что мне всегда захочется купить. Ну и пепельница какая красивая сюда, даже вот просто для красоты поставить.
если никто у вас не курит. Ну и посмотрите, какие цены. 2 евро. Вот, и, а это еврик вообще. Вот сюда бы я бы свои кольца кидала, когда снимаю с рук. Да, иногда вот такое тоже может быть. Смотришь и думаешь, о, вот это бы я приспособила для своих колец. Ну и много посуды. Да, вот как в какой-то офис, даже если кофейные кружки. Ой, посмотрите, здесь у нас Маримекко. Ну какая красота. 4 евро, по-моему, да, она стоит. Я думала, что это как пентик, но нет, это Маримекко. Вот в какой-то офис разноцветных кружек можно купить, намыть их, и каждому будет своя кружка, все будут пить, вот как говорится, из своей. Очень много вот такого. И посмотрите, какие сервизы. 8 евро, 6 евро. Вот этот минус 50%, вот этот минус 50%. Да, конечно, сервизы тоже супер. Я думала, что это у нас тема. Вот это синенькое, нету лейба, нету штампа. Ну и на первом этаже у них вот такое, видите, все хрустальное, красивое. Здесь тоже тойкан должна быть, вот эта вазочка. Но, к сожалению, нету тоже сигнера, уж нету подписи. То есть, может быть, вазочка второго сорта, поэтому не подписана. Да, такое тоже может быть, если тойка делала эти вазы, и они получались второго сорта, эти вазочки не подписывались. Ой, как мне нравится. Вот эти. Да, это, конечно, вазочка. Ну, сюда можно и что-то налить, если захочется. Очень. Да, красота, красота. И, народ, я всегда показываю вот так. Если какая-то вазочка вас интересует, останавливайте, делайте скриншот. Всегда можно увеличить и, как говорится, посмотреть, сколько стоит. Ну, и здесь под подстаканники. Да, подстаканники тоже бывает, что разобьется какая-то чашка. И вот, как говорится, есть вот только подстаканники. Мне нравятся вот эти с золотой каемочкой. Когда я жила в Ленинграде, такие были в кафетериях. Ну, почему нет, да? И посмотрите, я нашла наши ЛФЗ чашечки. Чашечка с блюдечком 2 евро всего. То есть, конечно, недорого, недорого. А вот сюда бы какого-то лимончелло или Бейлиса. Да, хлебнуть бы с удовольствием, бы хлебнули. Ну и я, конечно, всегда делаю вот такую веселую озвучку и говорю: Кею, посмотри, маршал Карюпи, вот действительно эти стаканы символика Финляндии, две штучки. Ну да, почему нет, и всего 2 евро стоит вот кому-то в подарок, если купить какую-то красивую бутылку и два вот таких, вот две вот таких стопочки, почему нет. И эти стопочки называются Маршал Карюпи. Ну и вот эти стаканы, фужеры, мне бы на улицу подошли. Вот такие есть у меня. Йоганна подарила, так как у нее турецкий муж, она привезла мне вот такой сет. Ну, я не умею из этого пить чай. Я пью из обыкновенного. Ну, у меня стоит они вот для такой красоты. И я знаю, что у меня на канале много любителей посуды. Они с удовольствием смотрят, когда я показываю посуду. Ну и вот это, например, финская. А если вы летаете в Финнаэр и сидите в бизнес-классе, вот из таких стопочек подают Финнаэр бизнес-класс. Это у нас Итала. Ой, и я нашла киви-туйку. Вот такие туйку собираю я. 8 евро недорого. Так они стоят больше 20, а некоторые 40. Но, к сожалению, я уже давно не собираю. Мне некуда их ставить. А это у нас арабия. Ну, тоже очень красивая. Вилочки, вот будьте любезны, 6 евро, да, прямо вот по упаковке. Но мой сказал, что это не серебро, это алпака. И здесь у нас мумики, здесь у нас хаттиватит. Вот тоже будьте любезны, эти кружки. И я говорю, посмотри, недорогая тарелка и еще старое клеймо, вот Пипо Леймо, то есть вот этот завод, заводской штамп, то есть это 60-е года. После этого изменилось, и вот это то, что показал Кею, это уже новый штамп арабии. То есть, конечно, да, история так быстро бежит вперед, никогда не знаешь, что в моде сейчас. Люди хотят много раз муки, вот такую большую кружку, они из этой муки могут и кофе попить, и чаю, и все, что вы хотите. Нету уже вот у людей таких полок, куда можно какие-то красивые
красивые сервизы выставить, а многие пьют из пластмассовой плошки, едят из пластмассовой плошки. Ну, как говорила моя покойная мама, было бы чего поесть. Ну, и вот эта картина 25 евро какая-то, не внушает она мне доверия. Ну, вот это 70 евро, тоже красивая рамка, но цветочки какие-то ненатуральные. И здесь все по 50 центов. Я говорю: «Кей, посмотри, вот на какую-то дачу, если организуешь какой-то бар, недорого, я считаю». И вот эти рюмашки понравились моему. Я говорю: «Ну а что ты из этой рюмашки будешь пить, если только корвалол?» Да, конечно, очень много посуды у нас уже стоит в шкафице. Конечно, поставить некуда. И я посмотрела вот эти стаканы. Ой, я думала, это Риченхоф. Нет, это не они. Ну, видно, тоже кто-то, видите, купил. Ну а куда их? Куда? Вот два стакана. Может быть, было 6, 4 разбилось, 2 стоит. И люди относят на благотворительность. Здесь много мебели, и мебель вся в идеальном состоянии. И посмотрите, вот, например, это у нас, да, вот этот сервиз. Здесь опять же старое клеймо. Мирна называется этот сервиз, Арабия 60-х годов. Такой был у родителей Кеюшки. Я говорю: «Ой, ты посмотри, какой чайник». Да, но здесь нету никакого клейма, не знаю, что за производство. И вот такие стулья, да, конечно, в Икеа вы точно не купите. Это натуральное дерево. На такой стул может сесть хоть какого размера человек. И посмотрите, вазочка 5 евро всего. Вот сюда даже связку банан положить на стол, как будет красиво. 5 евро вот эта вазочка, конечно, очень бюджетно. Очень в этом раз много товара. Здесь у нас обувь. И про обувь я всегда вот даже трогать эту обувь боюсь. Да, если не дай бог, как говорится, какой-то грибок ног, и вы покупаете такую обувь, это, конечно, всегда большой риск. Но, опять же, я не продавец и не покупатель. Я делаю обзор, а каждый решает сам, купить или не купить. И здесь у нас барная стойка. Да, вот я тоже смотрю, это что у нас, кожа, да, 25 евро, вот такие топчины, ну, недорого. Так, это у нас тупервар, 5 евро, это розочка для сыра, и если храните сыр с плесенью, вот это окошко нужно открывать, чтобы сыр не задохнулся. Здорово, здорово, это, конечно, недорого. У меня такая тоже есть, желтая. И здесь, видите, прямо такая большая, если, например, много сыра, вот можно выложить на какую-то подачу. Да, много вот всего. Так вот смотришь, думаешь, вот так люди жили-жили, они копили-копили, а теперь, как говорится, будьте любезны, все вот отдано на благотворительность. И да, я знаю, многие уходят из этого мира, и родственники не хотят ничего из этой квартиры, и они заказывают. Вот действительно на большой машине люди приезжают и упаковывают все на благотворительность. И сейчас со всех ламп 50%. Я говорю своему: «Посмотри, сколько всего». И вот это красивая на какую-то кухню. Да, но она и стоит 340 евро. Может, какая-то пиццерия была, и вот эта лампа осталась. Но это натуральная вещь, это не пластмасса, поэтому и стоит 340 евро. Но сейчас скидка 50%. Говорю: «Посмотри, эмалированная кастрюля 40 евро, но это финская, поэтому цена вот такая». Нет, конечно, кастрюли в секонде страшно покупать, хоть их можно и вымыть, но все равно ты не знаешь, что в этой кастрюле кипятилось. И вот эти аптекерские бутылки финны собирают и ставят на подоконник. Я когда про это первый раз озвучила, я помню, девочка мне написала: «Оля, ты не поверишь, я проезжаю мимо финских окон, я теперь, когда вижу эти бутылки, сразу вспоминаю твою фразу: аптекарские бутылки». Да, вот люди собирают, ставят на подоконник, и не знаю, почему вот на подоконник ставят эти бутылки. Я искала одно время вот такую банку для капусты, чтобы помещалась моя рука, что когда я капусту эту жухаю. Но нету крышек у этих банок. Ну, слава богу, я купила в Токмане хорошую банку с крышкой. И говорю своему: «Ты посмотри, какая мебель. 240 евро. Это наверняка дуб.
тяжелой. И еще есть ключик, ключик на кассе. Ну, это, я считаю, недорого. А здесь вот такой линоватый, то есть для белья. Ну, тоже очень красиво. Это, конечно, вещи натуральные. Никакая не прессовка из IKEA. Это дерево натуральное, дуб. И этот шкаф стоит 100 евро. Ну, и письменный стол, конечно, тоже какая красота. Как все-таки вот мне нравится вот такое старинное. Да, 100 евро стоит этот стол. И он тоже наверняка неподъемный. Но, опять же, кто купит, наверняка наймет носильщиков. Я говорю, посмотри, какая прелесть. Вот сюда можно сложить все детские игрушки. И дети могут сидеть сверху этого ящика. Ящик всего 5 евро, но это недорого. Вот в какую-то детскую комнату за 5 евро такой ящик, это просто красота. И посмотрите, какой детский отдел. Все чистенько, все цивильненько. Все вот так настирано, наглажено. Ну, детки ходят на балет, потом они вырастают, вот эти костюмы остаются. Посмотрите, какие цены. Если за евро, за два можно что-то детское купить, если детей много и дети быстро растут, почему бы нет? И один раз маленьким детям дали вот такой телефон и сказали, наберите, какой номер нужно набрать. Дети не умели крутить. То есть, видите, вот это поколение, они не знают, что вот такой телефон тоже может быть. Они только знают теперь вот такой телефон, который мы уже, наверное, привыкли. И других телефонов даже не можем представить, что раньше был вот такой. Ой, я помню, да, эти телефоны были везде. И потом у нас еще были буквы. Здесь, видите, только номера. И мы думали, что это серебро. Нет, это у нас мельхиор. Ну да, это все нужно чистить, конечно, красивое, когда начищенное, но темнеет очень быстро. Ну и многие наверняка привезли, может быть, даже с какой-то поездки вот эти все чайнички и так далее, думая, ой, вот сейчас будем заваривать, так будет красиво на кухне. Ну и потом проходит какой-то год-два, люди уже обалдели от этого пылесобирания, собирают все, и вот будьте любезны на благотворительность. Ну, почему нет, вот действительно. Как кто-то купит и будет радоваться жизни. Ну и сейчас летом много праздников. Посмотрите, какой сет для боли. 8 евро. Ну, я думаю, что недорого. Вот сюда можно навести этого боли, и каждый будет подходить и наливать. Это просто шик, блеск, красота. Да, за 8 евро вот такой сет, я считаю, что недорого. В магазине они стоят дороже. И посмотри, говорю, Кею, какая красивая тарелка немецкая. Всего 2 еврика, это сухарница, вот, потому что с этими дырочками вот сюда бы каких-то сухариков на кофейный стол. Очень красивая. Да, вот я не знаю, почему мне нравится вот такое все красивое. И Кею говорит, когда он был ребенком, у них была вот такая же арабия, делали всегда макарони латику для макарон по-флотски. Я сразу поняла, что да, это у нас арабия. Видите, даже написано. И вот, например, такая полка, ну, вы посмотрите, она стоит 30 евро, это натуральное дерево. Вы можете вот эту зеленую краску отшкурить и покрасить в какой цвет хотите вы. Точно так же это натуральное дерево, 30 евро. Это можно тоже всегда отшкурить и покрасить лаком, темным лаком и так далее. А здесь у нас 20 евро, вот такая, вот такой шкафец. Сюда можно полки для книг или сделать гардеробную, то есть повесить платье и так далее, сделать вот эту рейку. Я говорю, что посмотри, какой бар, вот было бы место. Ой, я не могу пройти мимо вот такого, конечно, мне безумно нравится. И я говорю своему, в каком шикарном состоянии, всего сколько, 200 евро, 260, вот сюда поставить красивые какие-то сервизы или какие-то рюмки хрустальные, очень будет красиво. Да, в этот раз много мебели, ну и покупателей тоже. Зашел такой мужчина, красиво одетый в шляпе, тоже сразу вот к этим мебелям. Ну и посмотрите, я смеюсь, я говорю, посмотри, кто-то купил вот такой бассейн и подумал, о, сейчас надуем, мы будем всей семьей купаться. Ну и потом посчитал, сколько воды уйдет на этот бассейн и решил, что нет, отдам на благотворительность, вот 60 евро.
эти бассейны стоят. Да, конечно, люди покупают, они думают, о, сейчас отвезем на дачу и будем все плескаться. А можете себе представить, сколько воды уйдет, чтобы такой бассейн наполнить? Да, конечно, никакое не бюджетное удовольствие. Здесь у нас велосипеды, вот все для спорта, все для детей и много вот такого. Видно, кто-то делает ремонт и что-то остается. Ну, народ, я считаю, что здорово, что люди не выбрасывают, а дают все на благотворительность. Кто-то придет, может, он наклеивает какое-то маленькое место, ему нужна вот такая пленка. Видите, тут даже по-русски написано «пленка». И купят, и, как говорится, понесет домой, и поклеит, и будет радоваться жизни. Не надо идти, как говорится, в Коурауто и покупать задорого. Ну, я думаю, что да, все это покупается. Люди приходят, вот тут, видите, тоже для собачек и ногти стричь и чесать, и одежа для собачек, и чего, как говорится, только нету. Я вот когда в такой магазин прихожу, хоть я и ничего не покупаю, но все равно снять, показать, какой вот такой секонд-хенд кирпутори в Финляндии есть. Здесь собраны все лампочки. Посмотри, говорю, своему. Да, ну, видите, тоже, может быть, какой-то склад был с лампочками. Ну, а куда эти лампочки? Только вот, как говорится, сюда. Здесь большой выбор телевизоров, проводов. Вот всего, как говорится, для стройки. Здесь, видите, каска. Ну, с другой стороны, я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Ну, вот так, в общем, показываю, с пупсиком тусуемся. 35 евриков стоит вот этот телевизор. И здесь у нас клавиатура. Ну, мне кажется, тоже здорово. 10 евриков всегда всего стоит. И вот эта печатная машинка такая антиквариатная, красивая. А сбоку счетная машинка. Мой спросил, ты знаешь, что это? Я говорю, я знаю, счетная машинка. Да, говорит, я когда пошел молодой работать в страховую контору, у нас были вот такие машинки еще старые. Ну, можете себе представить. Вот эта кофеварка стоит 3 евро. Кипятильнички. Тут опять кофеварки. Да, в этот раз очень много всего. Вот так я смотрю. Вот эта гейзерная кофеварка 4 евро. Тоже, может быть, кто-то купил. Ну, финны обычно заваривают кофе вот такими. Видите, много. Соковыжималка какая красивая. Оранжевого цвета. И вот такая красота, да, тоже много раз люди думают, о, сейчас будем вот такой сыр покупать и красиво подавать. Ну, видите, как говорится, осталось невостребованное. Много-много всего, и посмотрите, сколько игр. Да, вот сейчас, если кто-то с детьми уезжает на дачу, вот купить пару-три коробок этих игр, дети летом поиграли, и опять их принести на благотворительность. Ну, это просто красота, не надо всегда покупать новые игры. И много конторного всего вот для конторы, и много книг. Здесь прямо люди отдают как всю библиотеку. Но действительно, если многие покупали эти книги, а теперь, ну кто, никому они не нужны, только пыль собирают, и поэтому отдают книги вот сюда. Да, книги должны быть в таком шкафу, где они не собирают пыль. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Икею из Тампере, из Финляндии. Всем физкульт-привет, не хворайте.